Ну вот килограмм ваты или, блядь, килограмм железа дошло, нет? Тяжелее. Ну килограмм железа в любом случае тяжелее будет, ёпта, блядь. Схуяли, ёпта. А почему вата должна быть тяжелее? Не знаю, ну килограмм ваты и килограмм железа, что тяжелее? Ну железо в любом случае, оно тяжелее, блядь. Как, блядь, килограмм ваты может быть? У тебя сколько классов образования? У меня высшее образование. Ну вот, килограмм ваты и килограмм железа, что тяжелее вот на весы положить? Килограмм железа тяжелее будет, ебал ты, блядь. Ты че, ебать? Вообще ебаться не могу. Ты на кого учился? Инженер механик. Один компрессор питал. Ну вот сам подумал, весы берешь, да, вот. По нулям показывает. Берешь килограмм ваты и килограмм железа. Извешиваешь. Че тяжелее? Килограмм железа. Ну как килограмм ваты может быть тяжелее, ёпта, блядь? Он ничего не весит практически. Заебал. Ну ты подумай, подумай. Ну вот простые вот весы, ежи вот, ровные, по нулям даже, да? Туда берешь, там вот килограмм ваты ложишь. В другую сторону килограмм железа. Вот что тяжелее, что покажет? Покажет, что килограмм железа тяжелее, ёпта, блядь. Заебаться. Я въебаться. Как может быть?